Вот и зима к нам ненадолго пришла. 8 февраля. Минус 11. Утро. Наконец-то я хоть что-то поймал. В общем, что-то начало поклевывать. Плотвичка вот попалась. В общем, что-то началось. Странно. Обещали ветер, но снега не обещали. Тут прям целая метель. Поймал я еще окушка. И пока все. Вон, мужички там вдалеке сидят. Палатки какие-то стоят. И что-то поклевывать начало зато. Сейчас я сюда еще пару удочек приволоку. И буду я тут, наверное, изучать все эти лунки. Короче, рыбка попадает только вот в этой лунке. Где я больше не ходил, ничего нет. Вот, трех окушков я поймал. Нет, одну плотвичку и двух окушков. Пока все. Причем клюет очень слабо. Ну так, изредка что-то дернет. Нехотя так. В общем, в этой плоскости где-то надо бурить. Недалеко от берега. И пробовать ловить. Ну вот здесь вот, где-то вот на таком расстоянии. Ну уж дальше ушел вообще глухо. Ближе стал тоже глухо. Будем осваивать, в общем. Будем искать окуня вот на таком расстоянии. Ну, конечно, хотя бы хоть что-то клюет. Иногда, редко, но может быть. Сейчас что-нибудь найдем, где... Может быть, найдем такую лунку, где сразу 8 штук поймаем, да и все. Да, окунь, конечно, клюет вообще капец. Большой, ничего не скажешь. Ну, хоть что-то поклевывает. Погода, конечно, получше, чем в прошлый раз. Довольно морозно, но и ветрено. Ветер обещали, вот он и пришел. Что называется. Ну, будем продолжать ловить мелкого окушка. Уже пятого поймал. В общем, что сказать, перебурил тут все на свете. Клев очень плохой. Поймал я тут 5 штук какой-то мелочевки. Ну, плохо клюет, вообще какие-то вымученные поклевки. Не знаю, с чем это связать. Тут и вблизи от берега, и дальше от берега, и вообще тут везде буквально уже перебурил. Может быть, на ту сторону сейчас схожу. Может быть, там получше будет. Не знаю. Ну, короче, здесь вообще какое-то дно просто. Кое-как вымочил 5 штучек и все. Плантацию тут разбурил буквально. Короче, побродил я, походил. Походил я, побродил.
Вон, люди уже расходятся. Клюет очень плохо. Не то, что плохо, а вообще никак просто. Даже по сравнению с тем, что тут было года 4-5 назад, вообще просто никакого клева. Ни окуня нет нормального, так, одна мелочь. Да если бы даже мелочь, ну хотя бы клевало хотя бы постоянно, то тут даже этой мелочи не найдешь. Ну, в общем, поймал я сегодня 4 окушка и одну плотвичку. Вот он весь мой улов. Ну, я так смотрю, и ребят как-то меньше, меньше становится. В общем, то ли я на дни такие попадаю, то ли тут просто рыбы меньше стало. Мне кажется, что все-таки второе. Потому что тут мелкого окуня, его тут завались было. Даже года 4 назад. И клевал он прям так нормально. И ерш был, и окунь был. Сейчас чуть ни ерша, ни окуня. Нифига нету. Ну, там ребята, они, наверное, сидят под подлещиком, скорее всего. Ну, может быть, они там хоть что-то и поймали. А вот я поискал, походил окуня, вообще просто голяк. Наверное, побольше, чем я. Ну, не знаю, вот здесь обычно даже вот так вот, просто ища рыбу, можно было всегда и окуня поймать, и плотву. Сейчас вот здесь затрещит лед. Да, лед не особо толстый, но уже на самом озере хороший, в принципе. Это 7, от 7 до 10 сантиметров. Ни собаки, ни волки, но собаки меня тут окружают потихоньку.